Дело в том, что у меня изначально провальная презентация. Вот. Но, как правило, почему провальная? Как правило, когда ты показываешь реальный сайт на больших экранах, то там либо сервер сейчас кто-то перегрузит, либо пацаны зальют что-то потестить. Чекио. Мне многие знают, не знают моего имени, но знают, что я каждый пайкон занимаюсь какой-то фигней. Теперь эта фигня красивая. Очень много поменялось, и теперь это стал Чекио. Это платформа игровая, на которой для того, чтобы играть, вам нужно программировать. А вы это умеете. Я знаю, многие из вас не будут вечером приходить домой и программировать. Идея в том, что каждая задача теперь представляет из себя какую-то историю, которую нужно, с которой можно ознакомиться. Это связанный игровой мир, и в конце которой есть какая-то задача. Можно ее опускать, можно нет, но... Идея в том, что для того, чтобы переходить на каждый следующий, вначале у вас открыт только один остров и одна секция. Для того, чтобы открывать следующий, вам нужно решать задачи из текущей. Есть задачи очень разнообразные, то есть иногда нужно просто решить, а... Да, иногда нужно просто решить, а иногда нужно решить и опубликовать свое решение. После этого вы получаете публикацию к другим, публикацию других пользователей. Может, допустим, вот задача, для которой очень простая, нужно написать программу, которая чекает пароль. Кто-то уже решил, и из-за того, что я публиковал свое решение, я могу позырить, кто что нарешал. То есть из-за этого, в результате этого идет такой мини-обмен опыта. То есть я решаю, после этого я публикую, я понимаю, что после того, как я публикую, кто-то будет смотреть мои публикации, поэтому я трижды подумаю, как назвать переменную, потому что мне потом в комментах кто-то напишет, что ты неудачник, и это некрасиво. Есть очень много фишек, там, допустим, как-нибудь тестить, там, вот саму программу, которую ты только что увидел, но я сейчас рассказывать об этом не буду. Там. Вот, еще есть возможность фоловить своих друзей, то есть, допустим, есть возможность фоловить своих друзей, то есть вы там фоловите друзей, задачи и смотрите, кто что опубликовал интересное. И это позволяет вам, во-первых, узнавать, вау, там у меня там дружба начинает там что-то решать прикольное, кто-то комментить. И, то есть в этой части вы просто обмениваетесь опытом на уровне решил, опубликовал и смотришь, кто опубликовал еще раз. Есть задачи такие, как скоргеймы. Это на одном из последних островов. Тут задача чуть посложнее. Вам нужно... А можно как-то? Нельзя? Должно мочь. Нет, Влад? Кстати, да. Эти маки, они так балуют. Вам, по сути, нужно написать программу, которая играет в Тетрис. Она очень легко, то есть, допустим, вам в функцию Чекио заходит описание того, какая карта у вас, а вам нужно рассказать, как нужно развернуть фигуру для того, чтобы она стала в эту карту правильно. У вас, по сути, окружение запускается каждый раз в... То есть один раз функция откомпилилась, и окружение запускается каждый раз в этом окружении. То есть можно использовать такую страшную штуку, как глобальные переменные. Но в этом случае ваше решение не публикуется. В этом случае ваш публикуется только результат вашей программы, который выглядит примерно так. Все-таки кто-то перегрузил. Нет. То есть, по сути, когда вы говорите, что я, то есть, когда программа запускается, то вот результат решения выглядит таким образом. Вы можете смотреть, и как она играет. То есть, в результате этого строится топ игр,
И вы смотрите, насколько ваша игра лучше предыдущей. По такому же принципу построены, допустим, Lines, тоже есть на другом отдельном острове, на который тоже можно добраться, решая другие задачи, и тоже попробовать ее решить. Таким образом, отличие основной вот чекью от обыкновенных решалок и там, каталогов задач, которых миллионов языков и миллионов задач, в том, что вы не просто решаете, закрываете и уходите, или решаете следующую задачу. Сам портал позволяет, заставляет вас или как бы подталкивать прийти опять или сделать свое решение лучше. Потому что, допустим, если вы опубликовали откровенно неудачное решение, то вам быстро об этом сообщат. А если, даже если вы поднялись в топе и лучше всех решили программу в Тетрис, допустим, то, уверяю вас, вы там долго не продержитесь, и вам придется скоро вернуться и доказать всем, что нет, я все равно лучший. В общем-то, все, у нас еще много планов, что сделать, и мы запустились в новом дизайне буквально пару дней назад, и я в шоке, что оно сейчас работает. И пробуйте, заходите, я уверен, вам понравится, и присылайте мне отзывы, мне будет интересно, насколько это получилось. Все, спасибо.